Туман – это крайне простая, но эффективная вещь, которая позволяет добавить атмосферности вашей карте. Его применение и конечный результат зависит только от концепции, идеи и, конечно же, самой карты. Правильное использование тумана – это один из очень важных аспектов, который повлияет не только на восприятие карты, так и скроет недостатки оптимизации в сурсе. Короче, на практике проще. Карта у нас есть. Остается только создать entity и сменить класс на fog-контроллер. Так, пройдемся по свойствам entity. Нас интересует только fog-enable, который включает или выключает туман, fog-blend, который отвечает за смешивание, но о нем потом детальнее. Дальше у нас есть два цвета. Основной там, где туман начинается, а точнее fog-start, и дополнительный там, где туман кончается, fog-end. Дальше идет прозрачность тумана, но ее я сейчас также трогать не буду, она нам просто сейчас не нужна. Самое главное — это forz. Это та дистанция от игрока, за которой ничего не будет прорисовываться. Это самый простой способ оптимизации, если что. Так, окей, включаем туман. Выбираем два цвета, ближний лучше делать светлее по сравнению с дальним. Выставляем начальную и дальние точки тумана. Выставляем также forz, и это самое простое. Обычно плюс 100-300 юнитов прибавляйте к дальней точке тумана, и готово. Все, компилим. Так, окей, результат виден, и если честно, он отвратителен. Надо отредачить цвета, а для этого упростим это при помощи встроенной панели. Fog-UI в консоль. Суть в том, что туман должен плавно перетекать в скайбокс, чтобы не было контраста между первым и вторым. Так и делаем. Отлично, остается только подредачить значения в контроллере и снова скомпилить карту. Результат мне нравится. Ну что, туман еще кажется сложным?